Добрый вечер, друзья! Меня зовут Татьяна Калмыкова, я предприниматель, сотрудничаю с компанией Forever Living Products, которая производит продукты для здоровья и красоты на основе алоэ вера. Компания Forever развивается в нескольких направлениях. В нескольких направлениях производит продукцию. Это средства личной гигиены, это средства по уходу за домом, это минерально-витаминные комплексы, биологически активные добавки, соки, гели из мякоти, внутренние листа алоэ, натуральные соки. И одно из направлений – это коррекция веса, детоксикация, программы по очистке организма. И вот об этом мы сегодня с вами будем разговаривать. Называется программа C9, Clean 9 или Очистка 9. Есть такое мнение, что многие думают, что это, что очистка организма – это только для похудения. Но, тем не менее, эту программу рекомендуется проходить любому здоровому человеку 2-3 раза в год, но как минимум после новогодних праздников. Это обязательно. И даже если вы не злоупотребляете на праздники какими-то сладостями или алкоголем, это все равно такие дни малоподвижные, больше в таком более спокойном состоянии в это время, более спокойный образ жизни. Гости приходят к нам, мы приходим в гости, и вот как минимум один раз эту программу я бы рекомендовала именно после новогодних праздников, что, собственно, я делаю всегда сама после Нового года, я прохожу программу детоксикации. И еще один-два раза в течение года, осенью или зимой, я, например, прохожу эту программу потом еще после Пасхи, тоже вкусный праздник, я не могу себе отказать в этих вкусностях. Вот, каждый сам себе выбирает. Почему нужна очистка организма? Ну, наверное, по той же самой причине, по какой мы делаем генеральную уборку у себя дома. Когда дом убран, когда вы заходите в чистый дом, хорошо, уютно, у вас очень хорошее настроение, в этом доме хочется жить, в этом доме хочется постоянно находиться, дом становится уютным, теплым. Вот то же самое происходит в организме, потому что даже если мы стараемся следить за своим питанием, стараемся поменьше есть чего-то вредного, скажем так, некошерного, то организм наш все равно перерабатывает пищу. Это очень-очень большое количество операций, несколько тысяч, и организм должен постоянно связывать и выводить те продукты питания, которые у нас не усваиваются в организме. И не все так у него получается, не совсем справляется, и поэтому ему нужно помочь. Вот. По сути, наш организм сам способен очищаться и восстанавливаться, но помогать ему нужно, потому что и условия окружающей среды, и продукты питания, которые мы едим, как бы мы ни старались, они все равно оставляют желать лучшего. Программа состоит из 5 продуктов. В нее входит 2 литра геля алоэ, в нее входят коктейли и в нее входят витаминно-минеральные комплексы, о которых мы сейчас поговорим более подробно. Гель алоэ вера. Ну, этот продукт, с которого вообще началась история компании, это фреш сок, натуральный сок из внутренней мякоти листа алоэ. Почему он нужен, почему он входит в эту программу и вообще во все программы компании Forever? Он очищает наш организм на клеточном уровне. Очищает каждую клетку, очищает межклеточную жидкость, лимфу очищает. Нормализует работу желудочно-кишечного тракта.
Люди, у которых, например, проблемы с кишечником, уже на второй, на третий день начинают чувствовать, что что-то пошло не так, как они привыкли. Организм начинает работать как часики, кишечник начинает работать как часы. Уходят неприятные состояния, состояние тяжести в кишечнике, нормализуется работа желудочно-кишечного тракта в целом, идет очистка печени, восстанавливается кислотно-щелочной баланс. Это самое важное для нашего здоровья, для иммунитета, потому что именно когда в нашем организме в балансе кислотно-щелочная среда, то в нем не будут жить вредные патогенные бактерии, не будут попадать вирусы, а если и попадут, то они не будут развиваться. То есть, по сути, кислотно-щелочной баланс – это и есть здоровье нашего организма. Программа C9, я еще не сказала в начале, очистка 9, она чем интересно, чем уникально, она абсолютно безопасна, потому что организм не только очищается, но сразу же идет и питание. 200 активных компонентов входят вот в эту желтую баночку. Вот я вам могу ее показать поближе, не на картинке, живьем. Вот. Кстати, эта внутренняя мякоть листа алоэ здесь, в этой банке, находится в активной форме 96%. Застабилизирована в активной форме с помощью таких натуральных ингредиентов, как витамины А, С и Е. Она находится вот под такой пломбой. И пока эта баночка вот так запечатана под пломбой, ей не нужны специальные условия для хранения. Если вы посмотрите здесь снизу, она может храниться 4 года. Есть срок годности вот в таком состоянии. Но когда мы начинаем его принимать, пломбу снимаем. И уже тогда мы храним гель алоэ в холодильнике, когда мы его пьем. 200 активных компонентов, 75 питательных веществ, минералов, 18 аминокислот и 12 витаминов, в том числе вся группа витамина В и В12. Этот сок не подвергается термической обработке, не подвергается кипячению, и поэтому он абсолютно, ну вот я уже сказала, 96%, то есть фактически 100% натурален. Здесь свежий сок с внутренней мякоти листа алоэ. С помощью этого продукта мы сможем восполнить дефицит более чем 200 различных питательных веществ, которых недополучает наш организм в ходе жизнедеятельности. С помощью этого продукта мы сможем нормализовать работу не просто отдельно взятых органов нашего организма, а нормализовать работу всего организма в целом. Потом, с вчерашнего или позавчерашнего дня, я начал экспериментировать с этими продуктами. Много раз смотрел на то, как это делают за границей в интернете, много задавал вопросов нашим химикам, которые бы могли мне помочь подобрать определенный раствор, на котором бы можно было бы увидеть, как работает этот продукт. Сейчас я вам покажу. Для опыта нам понадобится чистый сок. Видите, чистый, я его даже не открывал. Я фокусником сегодня поработаю. Вода холодная, можно теплая, разницы никакой нет. И еще кое-что. Все вы взрослые прекрасно понимаете, что кислая среда, или когда говорят организм закислен, он находится в состоянии болезни, правда? Здоровый организм, когда там присутствует нормальная щелочная среда, pH 7,5-7,7. То есть для опыта, для проведения опыта, я возьму йодовый раствор. То есть это кислый продукт. Понимаете, да? То есть pH у него очень низкая. От двойки до семерки. Несколько капель добавлю сюда. И у нас получилось что? Почти как коньяк, да? Ну так же?
деньги. Кто-то коньяк продает так. Кто любит алкоголь, я кому-то могу такой предложить когда-нибудь. Возьмем сок. Я его вскрою. И смотрите. То есть это окисленная среда. Грубо говоря, это состояние организма, когда он находится в состоянии болезни, когда в нем активно развиваются, размножаются различные вирусы, бактерии и так далее. У вас текут глаза, снос, со рта, со всех дыр. Понимаете, температура, вы чувствуете себя крайне сложно. Как привести себя в порядок? И возьму небольшое количество нашего продукта, то есть, ну, даже меньше, чем столовая ложка. Ой. И содержимое вылью туда. Что произошло? С огромной скоростью соковое, попадая в наш организм, он ощелачивает его, выводит pH на нормальный уровень и нейтрализует все вредные вещества, которые есть в нашем организме. В результате чего вы просто-напросто что? Не болеете. Потому как часто это надо? Это надо каждый день. От 60 до 120 грамм утром и вечером. Если начали использовать этот продукт регулярно, вы, ваши родители, ваши дети, что произойдет? Вы будете болеть меньше, чувствовать себя будете лучше, проживете дольше и выглядеть, поверьте мне, будете как? Моложе. Даже если я буду продолжать сюда добавлять этот раствор, что будет происходить? То же самое, понимаете? Если вы постоянно будете подпитывать свой организм небольшим количеством сока, опытов таких не делал в свое время Моисей, 1300 лет до Рождества Христова, но поедал содержимое этих листов. Египетские фараоны делали то же самое, поедали. Александр Македонский специально когда-то захватил один из островов, на котором произрастали эти растения, для того, чтобы листами снабжать свою армию при длительных переходах, для того, чтобы питать свой организм и так далее. Еще один продукт, который входит в программу, это гарсиния. Основное ее действие – это препятствие превращению углеводов в жиры. Это имеет отношение к любителям сладкого, любителям всякого вкусного, способствует подавлению аппетита. Это не воздействие на нашу нервную систему, а именно там такой сбалансированный комплекс питательных веществ, которые содержатся, собственно, в этом растении, в гарсинии, что когда вы принимаете ее, а гарсиния является основным, скажем так, фундаментальным продуктом этой программы, она в течение дня чаще всего принимается, вот, то идет такое насыщение организма, что есть не хочется. Я уже сказала, что я сама прохожу эту программу 3-4 раза в год и очень хорошо знаю, как это все работает. Улучшает метаболизм, то есть ускоряются обменные процессы, укрепляет здоровье сердечно-сосудистой системы. Такие компоненты входят в этот продукт, гарсинию, она называется гарсиния плюс. И нормализует уровень сахара в крови. В этом плане, вот я уже сказала, что программа безопасна и в принципе, даже люди, у которых есть диабет, они могут проходить эту программу детоксикации, потому что она так сформирована, что максимально безопасна даже для людей, у которых есть какие-то проблемы со здоровьем. Еще один продукт Forever Therm ускоряет обмен жиров,
улучшает метаболизм пищеварения, снижает уровень плохого холестерина, поддерживает организм в тонусе, повышает выносливость. Это природный энергетик. Я обычно рассказываю историю в связи с термом, что когда я первый раз проходила программу C9, терм принимается только утром и вечером, потому что дает очень много энергии. И я забыла выпить его в обед и подумала, что надо сегодня его выпить. И я его выпила с вечерним приемом. И у меня был, мой день стал бесконечно длинным. У меня бодрость, я полна сил, уже вечер. Уже ночь, я себя чувствую великолепно, у меня нет никакой усталости, и я не могу понять, что происходит. Сна нет, да, я читала, я там что-то смотрела, и потом я поняла, что, скорее всего, наверное, это было связано с термом. Таки да, на следующий день я уже со следующего дня терм принимала исключительно до обеда. Больше таких ситуаций у меня не повторялось. То есть такое очень интересное у него действие. Помогает избавиться от висцерального жира на внутренних органах. Если вы знаете, что это такое, там, может быть, слышали, ожирение печени, да, такие вещи бывают, вот, то вот этот жир на внутренних органах, его сложно убрать, практически невозможно убрать с помощью каких-то диет или даже очень серьезных физических нагрузок. И вот терм в комплексе со всей программой делает вот эти вот вещи по отношению к нашему организму. Вся программа очень удобно сформирована. Когда вот я человеку рассказываю о программе детоксикации, и он бы хотел бы, но говорит, и очень сильный загруз, практически нет времени, или с утра до вечера на работе, или нет времени там вот, у меня нет времени этим заниматься. Так вот, специального времени для программы C9 не нужно. Ее можно проходить по ходу жизни, независимо от того, как бы вы не были загружены. Потому что то, что в баночках находится, это все помещается вот в эти глистеры, которые вы видите на картинке. Их несколько, этих глистеров, они ломаются. Можно отломить, скажем так, часть этого глистера и положить себе в сумочку. Это у вас будет и обед, и ужин, или завтрак, и обед, и ужин. Вот. Дальше я еще буду показывать. То есть вся программа может уместиться в дамской сумочке, если программу проходят женщины. Очень, скажем так, комфортно, и не нужно ничего специально для этого придумывать. Безглютеновая высококачественная клетчатка Forever Fiber. Она хорошо растворяется в воде, проходит через весь организм транзитом и выводит за собой остатки пищевого мусора, токсины, лишние жиры, очищает кишечник, нормализует работу желудочно-кишечного тракта. Эта растительная клетчатка является питанием для нашей микрофлоры кишечника, почему кишечник начинает работать очень хорошо. И таким образом происходит восстановление работы кишечника, избавляет от дисбактериоза и вообще в целом нормализует работу желудочно-кишечного тракта. Сегодня очень много говорят о том, что в нашем организме не хватает растительной клетчатки, она нужна, необходима. Так вот, это как раз та самая клетчатка. И когда она в стиках находится, в коробочку положено, в программу положено 9 стиков, один стик на один день, она используется как перекус во время программы, это между завтраком и обедом мы пьем эту клетчатку, она очень хорошо растворяется в теплой воде, и вот если вернуться назад, что я сказала, это очень удобная программа, особенно для занятых людей, то
точно вместе с глистером также можно положить этот стик в сумочку. И вот у вас уже обед, ужин в сумочке и перекус тоже. Коктейль. Белковый коктейль с аминотеином. Он растительный, легко усваивается. И принято считать, что протеиновые коктейли – это то, что нужно только для спортсменов. То есть это нужно для тех, кто в спортзале хочет накачать себе, нарастить мышцы. Вот с нашим коктейлем это не так. Но протеин – это белки. А белки – это структура всех наших клеток. И это то, что необходимо каждому человеку. Здоровье каждой нашей клеточки, здоровье каждого нашего органа. И этот коктейль необходим детям, это можно беременным, кормящим, просто взрослым людям. Здесь белок из сои растительный, без ГМО. Есть люди, например, которые не едят мясо, им очень хорошо этот коктейль. Для тех, кто соблюдает посты, здесь 9 незаменимых аминокислот, то есть тех, которые не вырабатываются у нас в организме, и мы должны их потреблять с пищей. Здесь 0% холестерина, 8 минералов и витаминов, и 50% здесь витаминов именно... то, что нам необходимо потреблять в сутки. Здесь также растительная клетчатка. Состав можно посмотреть этого коктейля с обратной стороны. Здесь все написано. И если сравнить с другими протеиновыми коктейлями, то вы увидите очень существенную, серьезную разницу. Потому что действительно коктейль очень питательный. Два вкуса его есть, два вида. Вы можете выбрать программу с любым коктейлем, какой вам больше понравится. Это может быть коктейль ванильный, коктейль шоколадный. Он сухой, здесь порошок и здесь есть мерная ложечка. Его разводить с жидкостью... Кто-то его пьет на основе воды, кому больше нравится. У меня проходили детокс-марафон девочки, которым нравилось на сыворотке молочной. Кто-то разводит его на йогурте, на кефире. Лично я очень люблю этот коктейль с молоком. Я перепробовала всеми разными способами. Кстати, у меня покупали этот коктейль и специально заказывали молоко, кокосовое молоко, миндальное молоко для этого коктейля. Я попробовала по-всякому этот коктейль принимать. Ну вот остановилась на молоке. Здесь Лена Золотухина написала, что тоже проходила программу очистки С9, отличный результат. По желудочно-кишечному тракту ушла изжога, боли из печени, ушли боли в желудке. Не хочется так, как раньше, сладкого, не хочется колбасы. Есть люди, у которых есть, похоже на наркотическую зависимость от колбасы или от конфет, от сладкого, от пирожных. И да, кстати, эта программа формирует совсем другой вкус, совсем другие пищевые пристрастия. Уже через 9 дней этой программы вы начинаете понимать, что вам не хочется есть того, что вы ели раньше, потому что даже если вы это пробуете, оно после этой программы начинает приобретать другой вкус. И его уже есть не хочется. Вес, Лена пишет, вес снизился постепенно на 12 килограмм, но я думаю, что это было не за 9 дней, потому что когда мы еще сейчас чуть позже об этом поговорим,
о коррекции веса. И за 9 дней можно уйти от 4, 6, 7 килограмм. У кого-то получалось 9 килограмм за 9 дней. Но я сразу предупреждаю, что количество килограмм, уменьшение на количество килограмм зависит от качества физической нагрузки. Обязательно не меньше 30 минут в день. И знаете как, ну вот так вот, чтобы вспотеть. Тогда да, тогда 100% у кого стоит вопрос коррекции веса, это будет и 6 килограмм, и 5 килограмм. Если не сильно нагружаться, то гарантированно 4 килограмма. Добрый вечер всем. Меня зовут Татьяна. Я познакомилась с Forever Living Product совсем недавно, благодаря Татьяне Калмыковой, этой замечательной женщине, которая познакомила меня с этой компанией. Я преподаю эпидемиологию с основами доказательной медицины. Мне, конечно, было очень интересно узнать об этой компании, особенно с точки зрения доказательной медицины. И я узнала, что эта компания имеет 6 международных сертификатов качества своей продукции. Помимо этого, я узнала, что существует Международный научно-исследовательский институт по изучению свойств алоэ вера. Когда я просмотрела эти продукты, я решила, что мне необходимо пройти очистку и контроль веса. Этот пакет продуктов содержит 6 наименований, которые принимаются по очередности. Один препарат сжигает жир, другой – это водорастворимая целлюлоза, дает насыщение. Третий – это препарат, который позволяет накопиться питательным веществам. Это гель алоэ вера, это питательные продукты, витамины и минералы. И другие компоненты. Но самое интересное – это мой результат. Я похудела на 4 килограмма, моя талия уменьшилась за 9 дней на 10 сантиметров. При этом я не занималась физической нагрузкой, потому что мне пока это противопоказано. Но для меня это был просто великолепный, потрясающий результат. Поэтому я очень довольна своим результатом и рекомендую всем программу «Очистка и контроль веса». Потому что это изумительные компоненты, которые насыщают ваш организм питательными веществами, витаминами, минералами и полисахаридами. Очистка С9, она участвует в программах коррекции веса, но есть люди, которые покупают, берут и начинают проходить эту программу не с целью похудеть. У них все нормально с весом. И вот программа эта работает очень индивидуально на каждого человека. И если у вас в организме нет лишнего веса, нет лишних жиров, то, скорее всего, ваш вес не изменится, но разве что килограмм, полтора, максимум два. И это будет просто очистка, выведение с организма, очистка кишечника, выведение лишней жидкости из тканей, токсинов, вот, не больше. Не стоит переживать, что вы будете обязательно худеть. Скорее всего, это не произойдет. Но как эта программа, она работает таким образом, что она запускает механизмы организма. Организм начинает правильно работать, он не только очищается, он и запитывается, и включается саморегуляция. И дальше организм начинает работать правильно, и вот у Лены пошло снижение. Я, кстати, заметила, я смотрела, просматривала у Лены фотографии, которые были сделаны раньше, и последние фотографии вот недавно отметила по овалу лица Лена твоего, что да, вес снижен достаточно прилично. И вот дальше было уменьшение веса, и вот на сегодняшний день это, да, уже минус 12 килограмм. Две зимы она пишет, что прошло с первой очистки, и вес не возвращается. Чем интересна, опять же, эта программа, что в то состояние, в которое вы пришли за эти 9 дней, даже если дальше вы не продолжаете программу коррекции веса, то это сохраняется. Пишет Андреева Алена, город Мирефа. Здравствуйте, скажите, я кормящая мама, ребенку 4 месяца.
Можно ли пить такой коктейль? Конечно, можно пить такой коктейль, потому что я уже сказала, что здесь такой состав витаминов. Вот вы можете взять пачку и почитать с обратной стороны состав. И это то, что... Это то, что нужно, необходимо. Здесь нет химической и синтетической составляющей. Здесь абсолютно натуральные. И вы сами выбираете, как вы это будете пить, на основе чего: воды, молока или, может быть, йогурта, кефира. 100% можно. Я вам скажу больше, что эти коктейли часто берут людям после операции, которые лежат в реанимации, и они не могут есть нормальную пищу после сложных операций, и они или пьют этот коктейль, или им его вводят. Вот. Очень много таких случаев. Да, вот Лена пишет, что это лучшее, что вы можете дать ребенку и себе. Да, я уже сказала, что этот коктейль, он хорош как спортсменам, так и обычным людям. И даже, кстати, по поводу коктейля, и даже если человек не проходит программу очистки, а просто берет себе коктейль, вот для людей, которые так работают, такой стиль работы, темп работы, что у человека нет возможности нормально сесть, поесть, там что-то жидкое съесть, это бутерброды, это кофе, это все на ходу. Вот коктейль – это самое то, что нужно. Сейчас в любом офисе, на любом предприятии есть кулеры с водой, вот, шейкер пустой можно брать с собой. У кого дома есть блендер, можно готовить десерты с этого коктейля, миксы, добавлять ягоды. Ну вот сейчас осень, зима, мороженые ягоды, какие-то фрукты. Тоже это очень вкусно. К программе прилагается вот такая книжечка. В принципе, ее можно купить и отдельно. Вот, где все очень подробно расписано по этой программе. И здесь, кроме всего прочего, есть рецепты коктейлей и десертов, которые можно делать дома на основе этого коктейля. Очень вкусные вещи получаются. Лена вот пишет, да, что оно заменяет одно питание в день, один прием пищи, это может быть один прием пищи, может быть два, он очень питательный. Если вы этот коктейль выпили в обед, до вечера есть не хочется вообще. Если вы этот коктейль, например, выпили вечером, да, вот есть люди, у которых, опять же, такой график, что они не могут ничего поесть днем, приходят вечером и съедают вообще все, что есть в доме, опустошают холодильник, потому что голодные. Вот этот коктейль – это супер идеальный выход, когда вы съели, выпили этот коктейль, вы сыты, организм накормлен, нет тяжести, вы чувствуете себя хорошо абсолютно, и вы можете даже ложиться сразу спать, вот, и вы просыпаетесь, у вас нет вот этого чувства тяжести в животе, в кишечнике, вы просыпаетесь полны энергии. Да, вот Лида Кофтун пишет, что уменьшается внутренний жир. Это очень важно. Да, потому что, во-первых, это очень вредно для здоровья, когда жир на внутренних органах, и для, даже для физического состояния это очень тяжело. И когда этот жир уходит, да, появляется вот легкость в теле. Это все происходит очень незаметно, постепенно. Да, появляется не только легкость, но и вот появляется энергия. Ну, я же говорю, потому что идет насыщение именно вот клеток питанием, очень хорошим качественным питанием. Ну вот я уже рассказала, как разводится вот в шейкере, вот эта вот мерная ложечка. Ирина Антипова написала, что недавно проходила очистку 9, да, в комплексе, минус 6 килограмм, прошла легко, осталась очень довольна результатом. Будет здорово, Ирина, если ты этим результатом поделишься в группе. У нас есть специальная группа в Вайбере, которая называется C9.
В эту группу может попасть абсолютно каждый, кто заказал программу, он попадает сразу к нам на детокс-марафон, и мы там делимся результатами. Поэтому у меня к тебе просьба, напиши, пожалуйста, обязательно в группу о своих результатах, потому что те люди, которые будут брать программу и заходить в группу, они сразу будут видеть эти результаты, и у человека будет появляться уверенность в том, что это классно, это супер, что это работает, и будет меньше сомнений. Всем привет, меня зовут Чумак Валентина. В этом месяце я проходила программу очистки C9 от компании Forever. Осталась очень довольна своими результатами. Моя талия уменьшилась на 10 сантиметров. Вес мой уменьшился почти на 5 килограмм. На протяжении всей программы я чувствовала себя просто великолепно. Было энергии, хоть отбавляй. Всем советую пройти такую программу очистки. А вот про коктейль, да, то, что я говорила, что можно делать миксы всевозможные, это очень вкусно. C9 – это очистка организма, и это первый шаг к улучшению формы, к улучшению здоровья, к повышению иммунитета. В основе проведения курса очистки лежит два главных принципа, благодаря которым эта программа эффективна. Это комплексность и регулярность, то есть это система. И вот это вот главное слово, которое позволяет достигать вот тех результатов. Даже самый здоровый организм постепенно накапливает шлаки, которые в любую минуту могут стать причиной заболевания. И думать об этом нужно заранее, и эта программа как раз позволяет профилактировать проблемы со здоровьем. Генеральная уборка в организме просто безопасна, стойкий результат, об этом мы уже тоже поговорили. Безопасно, потому что я слышала очень много историй, когда проходили программу детоксикации, очистка организма шла, а питания было недостаточно. И вот даже некоторые я слышала, что после такой, неправильно сформированной программы детоксикации люди попадали на операцию по удалению желчного пузыря, нарушалась работа желудочно-кишечного тракта. Вот Forever как раз все эти моменты учтены, и программа эта является абсолютно безопасной. Как я уже говорила, учитываются физиологические особенности нашего тела. У кого есть лишние килограммы, они обязательно уйдут. То есть эта программа дает 100% результат. Если организм нормальный и нет лишних килограмм, то и все ваше тело останется при вас. Уменьшаться не будет. Сочетается органично с жизнью, то есть не нужно этой программе посвящать какое-то специальное время. Это все может быть по ходу даже самой активной жизни. Эта программа позволяет с пользой для здоровья избавиться от 4 до 7 лишних килограммов, подтянет вашу кожу, а это значит, вы уменьшитесь в объемах на 2,5-3 сантиметра. И у нас есть результаты, когда участники детокс-марафона уменьшались на гораздо большее количество сантиметров. Помогает избавиться от пищевой зависимости и продуктов, содержащих сахар. Очень люблю конфеты, любила конфеты. Сейчас я отношусь к ним очень спокойно. Я теоретически понимаю, что это очень вкусно, но часто мне даже и не хочется. Вот абсолютно не хочется сладкого. Помогает оздоровить рацион, потому что после этой программы, если в вашей пище, в вашем обычном приеме пищи содержались какие-то химические продукты, ну, там, например, такие там, как колбаса, там какие-то напитки с красителями, то после этой программы, как правило, вам этого больше не захочется. Вы, когда начнете это есть, вы будете чувствовать, что это не так вкусно, как казалось раньше, а точнее вообще это невкусно. Вот.
И у нас, я уже точно так же сказала, что в Вайбере есть группа, и когда вы проходите эту программу в команде, когда вы не сами, не один дома, то это намного эффективнее, намного качественнее и намного веселее, и это было, правда, замечено. Поэтому, собственно, и была создана эта группа, вот, потому что тогда лучший эффект. Что происходит в марафоне? Что обычно бывает в марафоне? Это ежедневная онлайн-поддержка и мотивация в чате в Вайбере. Здесь я уже сказала, в этой книжечке, это дневник, вот, который помогает держать в фокусе, и параллельно этому дневнику я в Вайбере по этому дневнику веду эту группу. И вы сможете отслеживать свои реакции, ощущения. Здесь есть специальные странички, где вы можете записывать то, что с вами происходит, то, что вы едите, пьете. То есть можно вести заметки, что когда пройдет 9 дней, вы можете к этому вернуться и почитать, что вы чувствовали, что у вас происходило. В этом же пособии есть все рекомендации по правильному, грамотному использованию, скажем так, этой программы. Здесь есть рецепты вкусных блюд, всего 500-600 калорий, то есть это низкокалорийные рецепты, очень простые, вкусные. Ничего здесь нет такого особенного, и вы выбираете тот рецепт, который вам подходит по тем продуктам, какие там есть, то, что вы любите. Вы получаете простой сбалансированный рацион питания, который позволяет вам питаться вкусно, сытно, и при этом вы улучшаете свою форму. Тут же есть в книжечке рецепты коктейлей, десертов и варианты физических упражнений. Вот рекомендации, как вы можете еще физически поддерживать свое тело. Вот такие вот результаты можно получать. Я всем рекомендую перед началом программы себя фотографировать вот так же, потому что, по сути, 4, 5, 6 килограмм – это не очень много. Это может быть заметно на одежде, но на фотографии это очень заметно. Вот Аня Щербакова проходила программу, и она скидывала в группу свои фото до и после программы, и правда, ну, великолепный результат, очень хорошо видно, что действительно программа работает. После прохождения программы у вас появляется больше энергии, вы будете легко просыпаться по утрам, чувствовать бодрость весь день, это правда. Где-то со второй половины, с пятого, с шестого дня такой энергетический подъем, уходят отеки. При наличии лишнего веса он уменьшается, и в объемах вы уменьшаетесь. Ваша кожа сияет, уйдут высыпания, даже волосы по-другому начинают выглядеть, разглаживаются морщинки, цвет лица становится другой. Организм оздоравливается в целом и омолаживается. Я хочу сказать, что даже нормализуется гормональный фон. То есть программа, это та программа, по которой можно оценить качество продуктов Forever. Программа, которая дает за 9 дней абсолютный 100% результат. Нет ни одного нарекания, кому бы не понравилась или не помогла бы эта программа. Я еще хочу показать результат по применению этой программы. Здравствуйте, меня зовут Александра. Я хочу поделиться своими результатами после прохождения программы C9 очистки организма. За эти 9 дней я похудела на 3,5 килограмма, также из талии у меня ушло 6 сантиметров. Но это не единственные результаты, которые я получила. После прохождения программы у меня появилась легкость в организме, энергия. Я стала себя намного лучше чувствовать, поменяла свой рацион питания, и я до программы осталась очень довольна. Всем привет! На связи Сергей Холодов.
И сегодня хочу рассказать о своем результате по применению программы детоксикации от компании Forever. Первый раз я ее использовал где-то лет 5 назад по той простой причине, что почувствовал дискомфорт в своем организме, особенно на языке. У меня был желтый язык, и я не чувствовал вкуса. В то время я работал в вегетарианском кафе шеф-поваром, и мне приходилось каждый день пробовать абсолютно все блюда, которые мы там готовили. Таким образом, все рецепторы забились, и чувствовал себя не очень хорошо. Как раз в этот период компания Forever начала производить новые программы. Я решил попробовать и получить свой результат. На то время я уже весил 106 килограмм. Думаю, может быть, еще и похудею. Первых 2 дня было сложно. Очень сложно было поменять привычку, потому что каждый день я чуть ли не каждый час что-то жевал. А здесь как бы только 5 раз применение пищи и все. И то не пищи, а продукции компании Forever. Третий-четвертый день уже было проще. Появилась энергия, ушла тяжесть в животе. И стало более комфортно работать. После 9-дневной программы я скинул 6 килограмм. Ушло по 2-3 сантиметра в талии, в бедрах. Но самое приятное — это то, что язык стал розовый, и я опять мог чувствовать все вкусовые качества продукта, мои вкусовые рецепторы возобновились. То есть поджелудочная, печень, желчные, они очень хорошо почистились. Кстати, о поджелудочной. Еще в 23 года я себе заработал панкреатит. Опять же, на работе, издержки профессии. После программы C9 боли ушли. После этого я регулярно употребляю гель алоэ вера, и, скажем так, боли не возвращаются. Только в тех случаях, когда я очень сильно переедаю на каких-то праздниках и торжествах. А так все спокойно, все работает как часы. На этом мои исследования не закончились. Я еще пару раз проходил программу C9, потому что 100 килограмм для меня — это много. И в прошлом году я решил сделать опять эксперимент для себя. Очень часто слышал, что после C9 хорошо пройти еще F15 и отрегулировать свой вес. Таким образом, я после C9 прошел 4 программы F15, 2 месяца. Результат меня приятно удивил не только килограммами, но и весь подкожный жир практически ушел. Если я весил на начальном этапе 100 килограмм, то в конце программы уже 89. Честно скажу, был тонкий, звонкий и прозрачный. Даже как-то непривычно было. Сейчас у меня регулярный вес в районе 91-92 килограмма. Самое важное — это то, что поменял привычки. Желудочно-кишечный тракт очень хорошо работает. Все хорошо, все регулярно. И если какие-то есть дискомфорты, естественно, сразу увеличиваю потребление геля алоэ вера, и сразу все проходит. Потому что поджелудочный — это такой орган, который очень сложно возобновить его работу. То есть основная задача — это поменять привычки в питании, меньше употреблять все-таки сладкого, мучного, и больше овощей, фруктов, и, конечно, регулярно питаться, а не как бывает 1 или 2 раза в день. На сегодня у меня все. Спасибо за внимание. Приятного вечера. Пока-пока. Вот такие вот у нас результаты по прохождению программы. Я уверена, что у нас будет больше этих результатов.
Каждый, кто проходил программу, очень рекомендую вам, запишите вот такие видео. И мы будем показывать эти видео на вебинарах, они войдут в вебинар. Вот. И, в общем-то, вы войдете в историю нашей команды. Сергей уже сказал, что если вы хотите закрепить и улучшить результат, если у вас стоит вопрос именно контроля, не просто контроля, но и коррекции веса, то есть еще три программы F15, их три, каждая по 15 дней, начальный уровень, средний и высший уровень. И вот с помощью этих программ можно уйти от гораздо больших килограммов. Очень точно так же, очень комфортно. Forever F15 – это продвинутая система питания и контроля веса, благодаря которой каждый может изменить свою жизнь, ну, то есть стать более здоровым. Программа F15 изменит ваше отношение к питанию, физическим упражнениям, а также поможет сделать процесс сбрасывания лишнего веса более комфортным и поможет качественно изменить вашу жизнь. Это уже более серьезные программы коррекции веса, и разработаны точно так же специальные пособия каждой из программ, где расписано пошагово питание, физические нагрузки, есть видеоматериалы, как принимать добавки, а также все системно по расписанию. Там прописаны рекомендуемые продукты и рецепты. И я покажу вам результаты, которые дает вот эта программа, вот эти три программы уже F15. Туда также входит гель алоэ, туда также входят минерально-витаминные комплексы и коктейли. И вы точно так же можете выбрать коктейль ванильный или шоколадный, какой сами захотите. Вот три книжечки, начальный, средний и высший уровень, где все подробно расписано по этой программе. У нас также есть в Вайбере группа по F15. И вот один из результатов. Важно понимать, что Forever F15 – не чудодейственное средство для похудения, как я говорю, да, не пилюлька, не таблетка для похудения, а это способ философии жизни, приняв которую можно добиться стабильного результата. Эта система позволит вам обрести сильные мышцы, повысить тонус и достигнуть желаемых целей. Наш организм устроен очень мудро, он способен к регенерации, он может восстановиться сам, ему нужно только помочь. Правильные действия приводят к правильным результатам. Вот это мне очень нравятся эти картинки, когда вот он одел вот эту рубаху свою, в которой был раньше. И вот результат этого человека я бы как раз хотела вам посмотреть, показать видео. Вот такой, какой он был в 2014 году. Это Жан Ермола, он живет в Киеве, в Украине. Вот он пишет, да, вот это я за столом, а вот это он уже играет в теннис, это он уже сбросил здесь 50 килограмм. И весна 2020 года, где еще минус 30 килограмм. Вот он не останавливается на достигнутом, он продолжает усовершенствовать. То есть вот у человека есть цель. Моя борьба с лишним весом длится уже, дай бог памяти, 30-35 лет. То есть, как я себя помню, я был очень тяжелый, тяжелее всех в классе, тяжелее всех в институте. И вот, в принципе, основная цель это было, ну, попробовать, может, есть продукт, который сможет изменить мое отношение к жизни вот в этом плане. И реально этот продукт есть. Потому что все диеты, которые я проходил до этого, проходил я массу диет, за 30 лет это было очень много.
Вот, привели к тому, что мой вес был на начало программы, когда я первый раз познакомился с Forever Fit и с C9 очисткой, 180 килограмм. На сегодняшний день я потерял больше 50 килограмм. Никакая диета мне не давала подобных результатов. По здоровью огромный, ну просто огромный результат. С моим давлением 180 на 90, сейчас это как у космонавта 120 на 90. При том, что с коленями, суставами были уже такие проблемы, что нельзя было ходить по лестницам, на сегодняшний день я могу пройти 20 километров, нет отдышки вообще. По лестнице на любой этаж, вернуться обратно. Я раньше не мог спуститься с лестницы, то есть для меня дом без лифта — это был недоступный дом. Масса положительных эмоций, масса положительных эмоций в семье, масса положительных эмоций при встрече с друзьями, потому что все это видят и все спрашивают, как, что, почему и вообще как это получилось там. Очень приятно. Все только положительные эмоции. Хочется поделиться этим со всем, хочется дать возможность другим узнать об этом, чтобы те, у кого подобные проблемы, как можно быстрее их избавились. Спасибо вам и компании Forever, потому что продукт великолепный. Девиз компании – выглядеть лучше, чувствовать себя лучше. И именно продукты Forever и, в частности, вот программы детоксикации, контроля веса дают вот именно вот это вот состояние. Делитесь с людьми своими результатами, снимайте видео, рассказывайте людям об этом. Вот Олег Анисимюк пишет, что программа просто суперовая. Да, и она подходит абсолютно для всех, абсолютно для каждого человека, кто хочет выглядеть хорошо, чувствовать себя хорошо и иметь энергию. В общем-то, это кратко то, что я хотела рассказать об этой программе. Мы еще будем говорить о продуктах компании Forever. Мы это делаем каждый четверг. Приходите сами, приглашайте своих знакомых, друзей, делитесь с людьми этой информацией. И это то, что дает здоровье в первую очередь. И вот то, что вот сейчас Ян говорил, да, что это энергия, это здоровье, ну, это то, собственно, ради чего человек все вот это вот делает.